Всем привет! Очередная зарисовочка о нашем северном соседе, город Хельсинки, Финляндия. Рыночная площадь. Очень хорошее место. Находится в Южной Гавани. Действительно красивое место. Раньше там Анастасия Парома, наши из Питера, которые приходили останавливать. Но сейчас их перевели в другую гавань. Это вот гавань, которая находится, если смотреть на Хельсинки, вот прямо на карту, с правой стороны, то есть на западе, но называется Южная гавань. Здесь расположена большая рыночная площадь, на которой торгуют, ну, чем хочешь. Вот гороха летом стручкового, до рыбы, до мяса. Нет, мяса, по-моему, нет. Вот рыбные продукты, очень много рыбных продуктов. Вот, клюква, различные ягоды, клубника, достаточно такие реальные, нормальные цены. И из этого же места в Хельсинки выходят катера, на острова ходят. Вот здесь можно сесть на катер, заплатить. Я, честно говоря, не знаю, какая цена, по-моему, или 15, или 20. Нет, ну, не буду врать. Можно заплатить деньги и рвануть на острова, на которых вот мои приятели были, давно это было, рассказывали, что очень интересно, красиво на островах. Вот обязательно, то есть любой турист, который побывает в Хельсинки, не пройдет мимо этого места, потому что это невозможно пройти. Вот здесь стоят большие паромы Silvia Line, которые ходят в Стокгольм. Шикарные паромы, я рассказывал об этих паромах в некоторых своих сюжетах, можете посмотреть. Вот. Внутри огромнейший паром, ну и так далее. Можете посмотреть сюжет. А сейчас мы говорим о вот этом рынке в гавани. Вот красивый рынок, действительно хорошее место, красивое. И обязательно надо туда сходить. Просто для того, чтобы потолкаться, посмотреть, что продают, как люди там, что здесь можно поесть, и салаки местные, и деликатесы, и так далее. Будете в Хельсинки, обязательно сходите на этот рынок. Всем пока, всем привет. До свидания. Бай-бай.